господа! Громче, громче, громче! Добрый вечер, дорогие друзья, и мы рады приветствовать вас на 7-й церемонии вручения наград ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2015. И ваши аплодисменты! Номинация «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса. Москва». В номинации представлен жилой комплекс «Донстрой Олимп». Девелопер «ЛСР Недвижимость М». Жилой комплекс «Дом на Рогожском валу». Девелопер «Автока жилья». Семейный квартал бизнес-класса «Наследие». Девелопер «Семейный квартал Наследие». Клубный дом «Пинаты». Девелопер «СМУ-6». Жилой комплекс «Юнион Парк». Девелопер «Концерн Кросс». Жилой комплекс «Юнион Парк». Ну, считаю, данный приз компания «Кросс» получила заслуженно, хоть там на сцене можно говорить, что мы в числе остальных, но здесь я скажу правду, что мы получили его заслуженно. Это один из лучших комплексов, и очень хорошая архитектура, и очень хорошие планировки, и достойный приз для компании «Кросс». Надо двигаться так дальше. Жилой комплекс «Босфильмовский», девелопер «Монах». Жилой комплекс «Велтон Парк», девелопер «Концерн Кросс». Жилой комплекс «Дубровка», девелопер «Строительный альянс». Победителем в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса в Москве» становится жилой комплекс «Велтон Парк». Мы получили также сегодня премию, неожиданную для нас, и вторую премию за жилой комплекс бизнес-класса, это «Велтон Парк». Ну что ж, это неожиданно и очень здорово, мы действительно не знали, что получим в одном конкурсе две премии. Просто замечательно, заслуженно.